делаешь? Я пытаюсь попасть в мир полный магии и приключений. И только пройдя сквозь стену, я смогу это сделать. Я такое в кино видел, 100 раз тебе уже говорил, не мешай. А я тебе уже 100 раз говорила, что если хочешь попасть в мир магии и приключений, то делай как я. Просто играй на одной из лучших платформ браузерных игр GT Arcade. GT Arcade — это одна из лучших платформ браузерных игр. Raiders of Oblivion, Era of Celestials, Legacy of Discord, League of Angels и многие другие шикарные игры ждут своих героев. Переходи по ссылке в описании и окунись в удивительные фэнтези-миры, полные опасностей и приключений. Видишь? И не нужно пытаться пробить стену. Да в жопу тебя! Подробности в описании. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем с вами кромсать ножом, рубить, резать, проливать кровь наших врагов. А кто наши враги? Это все те, кто тусят ночи напролет, кто громко слушает музыку, веселится и, в общем, проживает нормальную жизнь подростка и бесит таких вот... Таких вот, как я, которых просто не звали никуда на вечеринки никогда. И чем острее моя боль, тем острее мой нож. Это просто палец, ничего опасного. Тусовка идет полным ходом в отеле. И мне говорят, что мне уже конец, хотя я... Я только начал, я просто разогревался. Я даже не хотел вас убивать еще, я думал передумать. Но теперь я не передумаю. Я передумал передумывать. Ладно, хорошо. Мне конец. Надо куда-то бежать срочно. Вот так. Не ожидали, да? Но у меня есть суперспособность. Это убивать в ответ людей. Банан спалит меня сейчас. Пожалуйста, банан. Мы же с тобой так классно играли в банан Педро игре. Все, я психанул. Полицейской. Заходим. Грузовик трогай. Давай, вперед. Вперед. Ха-ха-ха, тупые полицейские. Не можете ничего сделать, да, со мной? Так. Подохли. Ой. Уборщица просунула свою швабру сквозь щели. Я не могу идти, ребят, почему-то. О! Па! Они забили на меня! Да почему? Кто меня пытается ударить? Я не понимаю эту миссию совсем. Окей, поднять тело, скорее. Нам нужно срочно избавляться, я понял, положить. А, нет, стоп. Как спрятать? А, не знаю. Быстрей. Кто-то идет! Идет! Меня здесь нет! А, черт, 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 не успел. Консуэла, здравствуйте. Пианино. Толкнем. Кроваво! Итак, смотрим, здесь есть... Ага, подобрать выпивку. Так, берем канистру. Я просто человек с канистрой. Эй, мужик, не хочешь зайти сюда ко мне и знатно потусить? Кто-нибудь согласится? Вот, например, вот он взял и согласился. Он передумал, потому что вот он в номере, и я тут танцую. Он уснул. Давай, следующий, заходите. Тут вечеринка в полном разгаре. О, сними куртку, чувак, здесь жарко и так. Потому что, ну ты понял, да, я... Он тоже уснул. Что с вами происходит? Неужели мои танцы настолько убогие? Не буду с вами церемониться, просто убью. О-о-о, интересно, а что в этом номере? Я вижу что-то зеленое, это пачки денег? Я должен срочно их добыть, ведь я очень беден. За мою работу никто не платит. Подобрать бомбокс. А давайте сюда все пойдем. Смотрите, бросить бомбокс. И включить, конечно же. Друзья мои, не толпимся здесь, толпимся там, где бомбокс. Что это? Сломать клапан. Все, ребят, я сломал клапан, потому что вы меня взбесили. Нормально так. Просто взять и начать всех бить. Я сделал это не вовремя. Ведь полиция. Полиция пришла. Сгорите в аду, полицейские. Они пытаются меня задержать здесь, но игра обоганула. А я воспользовался. Ха-ха-ха. Я настоящий психопат. Давайте прицелимся. Прямо в полицейского. Бросить. Блин, ну, у меня есть еще. Вот, они сейчас пройдут. Давайте. А это молот. Все, они ушли. Мертвым, ты мне нравишься. Погоди. Больше. Всех убить придется, всех убить. Так, Харли Квинн просто ей пофигу, она психопатка и так. Канистра! Давайте сначала разольем H2O вот тут вот. H2O разливает. Что ты? Что? Нет! С первого удара вынес меня. Нифига себе, они сильные какие. Ну-ка, давайте толкнем шину. Что будет? Забавно. Поменять направление. Вот так? Мы можем так людей убивать? Или мы просто сбиваем их с ног? Это очень смешно. Так, поставить на место. Давайте, ребят. Все, не в отрубе. Ладно, давайте берем бумбокс. Наша стандартная тактика. Ну кто меня... У кого, блин, электрошок был? Какой качок. Я думал, он меня сейчас будет бить. Что ж, давайте снова бумбоксом всех собирать. По-моему, это самое эффективное сейчас. А, нет. Полицейская идет на меня. Что за монстр? Это ты себя в зеркале увидел? Толстый урод. Кто бы смеялся, Женёка. Ты, конечно, худой, но все-таки урод. Давайте поднимем эту девушку. Ой, прости, я не хотел твои новые шмотки трогать. Надеюсь, ты крепко уснул в этот раз. Потому что я намерен тебе отомстить. Ведь эти шмотки
мог бы носить я. Не знаю зачем, правда. Ну-ка, у меня идейка. Надо, чтобы Консуэла прошлась. Чтоб поднять. Мы можем поднять ее? Мы подняли уборщицу. Это же зачасти дело теперь. Давайте спрячем ее. Спрятать? А, нужен труп. Хорошо, убили. Она бессмертна. Ты больно мне. Зато я чистый, по крайней мере. Знаешь, что я думаю? Я устал это терпеть. Я устал терпеть тиранию уборщиц. Погибни. Погодите. А, все, есть. Я уж думал, что мир сломан. Уборщица готова. Есть. Воу, как много людей там собралось. Ну-ка. Давайте, ребят, кучкуемся. И сейчас вылетит птичка. Знаете, какая? Жар-птица. А-а-а! Нет! Нет, чертов бордюр! Ой-ой-ой! Убить! Есть! Фу. Черт, лягушка! Лягушка! Одумайся, лягушечка, пожалуйста! Давай! А, фак, я упал! Нет! Нет! Встать! Есть, я успел! Я не знаю, как это сделал! Умри! Помним, где мы спасались в прошлый раз. Здесь и будем стоять. Они не могут ничего сделать. Я вне вашей юрисдикции, поняли? Как они хорошо соблюдают закон. Это грузовик из другой страны. А значит, внутри его территория другой страны, да? Не зря же я на юриста учился. Давай, наручники, пошли, все. Есть! Я думаю, надо ворваться в логово байкера. You gonna die. Простите. Бац! Я пришел сломать просто вам автомат с жвачкой, ребят. Ничего личного. Смотрите, кейс. А это что такое? Установить капкан. Умри. А, это был капкан, я так установил его. Кстати. Ой-ой-ой! Я думал, я возьму его в руку! Я сам на него напоролся в итоге! Что за говно? Я так хорошо шел. Я шел как ножик в масло, так же легко и уверенно. Есть, хорошо, много собралось. Сломать капкан. Точнее, клапан там, не знаю, что там ломается. Нормально! Нормально получилось. Мне нравится. Берем бумбокс с собой. Так, что ты? Что ты хочешь от меня? Я не могу так прыгать. Какую ты кнопку жмешь, чтобы прыгать? Неужто ли X? Я ничего не делал. Приятных сновидений, лягушка. Зайди сюда. Я просто хотел пожелать тебе приятных сновидений. Собственно, план такой. Я подбираю коктейли Молотова. Жду, пока снова соберется толпа. А вот здесь... Ой, нет, не поднимай! Обида. Почему вы пошли жаловаться на меня? Я просто хотел убрать тела, чтобы они не мешали нам тусить. У-у-у. Ну, кто-нибудь придет тусить? Так, только женщина-кролик. Ой, и полицейский. У вас вообще-то работа. Хорошо, 4 человека, 5 собралось. Подождем немножечко. Канистра с бензином. А мне нравится эта мысль. Разливаем бензин, ребят, это все ради хорошей тусы. Только ради нее. И только ради нее. Я знаю, что такое хорошая туса. И я так всегда делаю, ребят. Отвечаю. Все. Вот все. Конец вам. Воу! Умри. Ой, даже током ударило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то необычайно тупые полицейские. Давай, прям в огонь иди. Почему? Он не сгорел. Он что, вампир? Или кто там не сгорает? Все. Взрыв произошел. А значит, мой выход. Бумбокс, идем со мной. Так. Кто наш следующий враг? Чел, он с ножом, что ли? Уйдет на меня с ножом. Если придешь ко мне с ножом, от ножа и погибнешь. Ты прожил хорошую жизнь, дед. Но пора хорошо умереть. Погодите, я убить всех? 35 из 71. Но здесь нету столько людей даже. Нет! За что? За что, за что, за что, за что, за что? Нет, все. Да, вы поняли. Юрисдикция. Угу. Только работа для медиков осталась. Потому что я явно псих. Пора бы прятать тела, чтобы люди успокоились. Что я подобрал? Сода. Здорово. Я могу просто ее бросить. Окей. Ребят, кто будет содовым? Ну, спасибо. Ну, не за что. Я просто люблю облегчать жизнь своим жертвам перед тем, как убить их. Где уборщица? Я что-то не понимаю. А почему я должен всю работу за нее выполнять? Жалко убивать эту девочку. Но, с другой стороны, посмотрите на нее. Она танцует среди кучи трупов. Знаешь что? Вот, на. Пляши. Сразу 2 музыкальных трека одновременно играет. И нет, я не диджей, чтобы круто их совместить. Они просто в невпопад долбят. Тебе все нормально, да? Ну хорошо. Может быть, я еще и подожгу эти тела. Тоже весело, да? Блин. А, черт. Давай. Успел? Нет, ты почему? Задавим его. Вот это плохо. Черт вас побери, это кладбище еще. Есть.
Ой-ой-ой! А! Так, спрятать тело в могиле. Они перестали за мной следовать, почему? Что за баганый уровень? Дай тебе бог здоровья. Баганого здоровья. Так, он жив вообще или как? Разберемся здесь. Ладно. Походу он не жив-то, да? Спрячем его. Ух, убрать головорезов на... Ха-ха, наконец-то. Давайте сделаем подставу байкерам. Как насчет музыки? Что за неловкие танцы? Вот просто сделаем вот так. Оп. Отлично, тебя даже не увидели. Бросить чемодан? Нужен чемодан. Какой чемодан? Открыть сейф. О, мы подобрали деньги. Ладненько. Нужен какой-то чемодан. Кажется, ту всю часть я очистил. Наполнить емкость кислотой. Не могу ее наполнить, тара не пуста. Ну что ж, давайте опустошим ее. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Теперь наполним. Кислота. Давайте, во-первых, заплатим кому-нибудь деньжат. На, заплатить. Вот, он трясет головой, я еще лучше. Попробуем разлить канистру с кислотой. Ой, я коцаюсь. А, нет, все, 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 это очень опасно. Что это, активировать пунш? О, боже мой. Он закипел просто, что ли? Это борщ стоит? Ладно, что здесь есть у нас? Сократить путь. Очень даже неплохо. Сломать мотоцикл. О. Хо-хо-хо-хо. Какой я злой. Пошел бить труп. Зачем ты пошел бить труп, чувак? Ведь ты сам труп. Не бей себе подобных. Взорвать светильник Джека. Окей, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. О, май год. Прекрасно. Я убил 63 человека, 64. Где еще люди? Так, друзья мои, я запутался окончательно. О, вон еще чувак стоит, пляшет. И вроде как без свидетелей. О. Очень смешно, Илон, умри. Еще люди скопились. Как здорово. Ну-ка. Ну-ка, come to me. Come to me. Этих лучше, конечно же, убить сразу пачкой. Все. Готовы. Еще 2 человека всего. Кто же этот человек? Неужто ли Консуэла? Если нам разлить кислоту... Ой-ой-ой, как больно. А, она расплавляется. Стоп, только не прокоцаться бы. Ей плевать вообще на все это дело. А, все! Ее даже за человека не считают. Игра. Ты что, офигел, что ли? Вот что я хотел. Попробовать сжечь это. Бросить. Только бы себя не сжечь. Убрать головорезов 4. Попасть в закрытую комнату мы сделали. Подобрать? Что это? Кейс. Пойдем подставим наркоторговца. Все это сделал наркоторговец. А еще он сказал, что уборщица не человек. Заодно только это его стоит казнить уже. Например, вот так казнить. Остался один человек. Интересно, где он? Толкнуть? Ой! Блин, это могло так летально закончиться. Ничего себе. Погоди, их 2, но мне показывают одного. Я не понимаю, почему. Сдохни! Погодите, мы так близки, нас никто не может с вами сейчас убить, кроме нас самих, но мы постараемся очень не сдохнуть. У меня такой план. Взять канистру с бензином. Пожалуйста. Есть! Ой-о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 й, в эту сторону тоже пошло. Все взорвется. Черт, я даже не могу посмотреть, как там горит все. И вообще, горит ли оно? Оп, что-то трясется. Грузовик готов. Так, и кажется, бензоколонка тоже подорвала. Нет. Что-то там взрывается, непонятно. Ой, смотрите. Еще одна канистра. И аккуратненько заносим нашу желтенькую воспламеняющуюся водичку. Вот прямо сюда. Есть! О, фух, чуть не спалил себя. Давайте посмотрим, как он будет гореть. Дивное. О, да, о, да, о, да, о, да. Давай, давай, давай. Есть! Избежать на мотоцикле теперь. Вот на этом, видимо, да? О! Ах ты ублюдок! Что? 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 Что не... Чертов придурок создал нам больше проблем, чем мы ожидали. Заканчивай пить. Лучше помоги закинуть его костлеву заинц на байк. О, боже мой, интрига. Пофигу на интригу. Главное, что мы выполнили все задания, кроме... К сожалению, кроме одного. Не знал я про это. И пофигу. Хорошо сыграли. Столько людей погибло. Но нам еще повезло, что в этом уровне очень много багов было. Вот обидно. Первая партия хат была вот идеальная во всем. Здесь, конечно, наворотились всякого и запоролись во многом. Но в одном они не запоролись. Это то, что они выбрали меня, чтобы быть их маньяком. Ибо я хорошо справляюсь со своей задачей. Я считаю. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно, конечно же, поставьте лайк. И поскольку сейчас уведомления не приходят практически никому...
то обязательно нужно ставить колокольчик. И я вынужден говорить, что колокольчик ставьте, ребят, клац-клац-клац, чтобы обязательно получать уведомления о видосах. Ведь вы ждете мои видосы, а я жду вас на своих видосах. Поэтому колокольчик, бич, быстро. С вами был Юджин. Вступайте в группу ВК, вступайте в группу в Стиме, в мой Инстаграм, и все ссылки будут, в общем, в описании под видео. И всем, конечно же, напоследок, как всегда, кровавая, мощнющая петюля. Вы готовы? Где Селена Петюля? Вот, кажется, вот она, вот она. Ага, вы готовы? Раз, два, три и пять!